Турции выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Алматы. В самой большой мечети Анкары собравшиеся представители казахской диаспоры, студенты и турецкие общественники помолились за души усопших. А после почтили память погибших, возложив красные гвоздики. Ночью 00:01 по времени Анкары в посольстве нашей страны в Турции в связи с национальным трауром был приспущен государственный флаг Казахстана. Мы опечалены известием о трагедии в Казахстане. Мы собрались в Анкаре с нашими братьями и сестрами и молились о погибших в аварии. Мы хотим, чтобы пострадавшие в результате авиапроисшествия скорее пошли на поправку. Мы собрались тут в Анкаре, чтобы выразить свои искренние соболезнования семьям погибших, пожелать исцеления раненым и сказать, что наше сердце бьется вместе с сердцами наших соотечественников, даже если мы далеко от всего Казахстана. К сожалению, это произошло в канун Нового года. Пусть больше не будет таких катастроф. Пусть все наши беды останутся в уходящем году.